Наступил сезон выпускных. Школьники вовсю готовятся к самому долгожданному событию в их жизни. Ну а сколько стоит организовать выпускной, попробуем разобраться. Амина закончила 11 класс и сейчас усердно готовится к сдаче ЕГЭ. Ей остался тест лишь по одному предмету. И тогда она с чувством выполненного долга подумает о выпускном бале. С фасоном платья она пока не определилась, уж больно ответственный выбор. Ну, я еще не определилась именно с точным вариантом, потому что сейчас очень много разных платьев, идей. И везде я смотрела, и в магазинах, в каких-то журналах, то есть и в интернете искала. Ну, уже начинаю приходить к какому-то одному итогу, чтобы начинать уже шить. Так, шить платье на заказ или покупать? Амина решила шить платье в ателье. А вот большинство ее одноклассниц, наоборот, остановили выбор на уже готовых вариантах. Владелица ателье поясняет, во сколько в среднем обойдется приобретение платья мечты. Давайте с вами посчитаем, да, вот мы сейчас шьем красивые вечерние платья, сколько выходит это платье? Оно в магазине будет стоить, именно если оригинал, то 30-40-50 тысяч рублей. Платье девочкам выходит с учетом ткани 15-20 тысяч, потому что мы шьем красивые по фигуре, опять же, они все приносят картинки, говорят, Оксан, мы такой же хотим журналов, с подиума, еще что-нибудь. Понятно, что ткани мы используем не настолько дорогие, среднего сегмента, от 1,5 до 2 тысяч за метр. Чтобы создать элегантный и запоминающийся образ, помимо платья необходимы прическа, макияж, маникюр, бижутерия и прочие аксессуары. Сэкономить на них, конечно, можно, но уж очень сильно родителям хочется угодить своим чадам в этот ответственный день. В итоге сумма набегает довольно солидная. Если прямо начать с самого начала, сверху, то есть это прическа, ну, на мои волосы они длинные, поэтому я думаю, выйдет 1003. Но я не собираюсь делать прям собранную прическу, просто красивую укладку. Макияж стоит вечерний 2000. Само платье, соответственно, до 20 000. Туфли, я думаю, где-то 1004. То есть у каждой девочки, соответственно, разные. Вот, клатч это обязательно, тоже до 2000. Ну и бижутерия, украшения какие-то, но это уже тоже по-разному, потому что будет зависеть от фасона платья, то есть нужна ли вообще там бижутерия. Мужская половина выпускников тоже хочет выглядеть достойно, поэтому им предстоят такие же солидные расходы. Не сказали, что можно подобрать костюм 1020, все-таки повод хороший. Вот. И я думаю, что в эту сумму можно вполне вложиться и подобрать хороший костюм. Добавляем сюда аренду ресторана, услуги ведущего, фотографа и подарки учителям. На что выпускников пришлось зарезервировать в среднем 15 тысяч. И по нашим подсчетам, стоимость выпускного бала для школьников Черкесска варьируется от 45 до 55 тысяч рублей. Далее все зависит от фантазии выпускников и кошелька родителей. Анна Гончаренко, Мурат Кимрюгов, Архыз 24.